Привет, ты на канале Noisy Boy Games. Сегодня мы с тобой снова поиграем в Hello Neighbor 2 на Android, потому что в прошлом видео вы набрали 3 лайка, поэтому я снимаю продолжение. Сегодня про то, как я буду смеяться над вороном, так как он смешно будет за мной бегать. Сначала открою дверь. Ворон, ты даже не замечаешь, что я тут? Какой ты глупенький. Молодец. Давай. Ему даже лень за мной побежать. Ворон. Жаль, в него ничего кинуть нельзя. Так слабо. Ты ему... Ему даже слабо меня поймать. Ладно. Хорошо. Он даже не собирается меня ловить. Поэтому я сейчас вскрою у него его заветный подвал. Или даже его комнату. Нет. Вороненок. Вороненок Кузя. Я его так называю. Да у него даже нет силы, чтобы меня поймать. Украду у него лом, про который он даже не думает. И украду у него еще на всякий случай мой огнетушитель, который он у меня забрал. Я вам не мешаю? Эй, я вам не мешаю? Ладно. Он даже не видит, что я у него огнетушитель. Я у него забрал огнетушитель. Что с ним делать, я не знаю. У меня, оказывается, был огнетушитель. Я, наверное, не буду говорить честно, где я его скачал. Или все-таки сказать. Ладно, скажу. Сейчас я вам все поподробнее покажу, как скачать Hello Neighbor 2 на Android. Сначала пишем в поисковик. Пишем Hello Neighbor 2, но можем написать просто Android. И потом дальше ищем одно видео кое-какое. Дальше ищите вот это видео. Заходите. Не обращайте внимания, сейчас пропущу. Дальше заходите в описание, и тут можно скачать. Скачать можно здесь написано. И нажимаете по ссылке, вас перекидывает на сайт. И дальше вы нажимаете до вот это, скачать.
И дальше нажимаете вот это. Нет. Нажимаете скачать. И дальше нажимаете скачать бесплатно. Там просто есть два видео. И вот у вас выскакивает скачать файл. Он у вас скачивается потом дальше. И скачиваете игру и можете играть. И если ты смотрел это видео до конца, поставь лайк, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик. Спасибо за просмотр.